Значит, машинка битая у нас. Салон относительно чистый. Ну, пятнышко есть. Там какие-то синие остатки. Там как будто чихнул кто-то на потолок. Да, довольно интересный автомобиль. Так, в салоне крепление вон. Так, ну-ка, оно сюда не сажено. Бирочка вроде есть. Сиденья, не знаю, что с ними вообще. Крепление ржавое. Так, салон, все. Ну, как, не знаю, сделана предподажная подготовка. Явно. Значит, машина всаженная была в заднее правое крыло, заднюю правую дверь. О, заднюю левую. Вот, менялся задний бампер однозначно. Так, здесь относительно неплохо. Салон, ну, грязный. Он начищенный, вроде до блеска, но видно такие моменты, как... Сейчас попробую навести. Не видно. В общем, вот здесь обивка, здесь пластик, здесь не ткань везде. По краям стоит, где входит ремень. Вот, это дело у них, видимо, отмыть не получилось. Так, смотрим дальше. Ну, багажник относительно чистый. Здесь он классические вот эти потертости. В принципе. О, и здесь такая же штука. Кстати, тоже. Но там более гуманная машина была. Здесь ручки целые. Здесь какая-то фигня. По всему кузову ручки. Сейчас фары покажу. Вообще красота. Значит, на фарах. Вот. Где крепление фар идет. Я не знаю, что делалось, как это делалось. Но... Они почему-то ржавые. Здесь ржавчина пошла аж внутрь фары. Ее как будто, не знаю, в кислоту опустили, что ли. Так. Так.